Слушай, у меня к тебе странная просьба. Но только не психуй, лады? Любопытно. Тебе нужно встретиться с будущим мной. Он обосновался в центре города. Я должен знать, все ли оказалось так круто, как я сейчас себе представляю. Великого фильма. В куче денег. Где-то тут лежит затонувший клад, и с его помощью я профинансирую очередной шедевр. Поможешь, получишь звание продюсера и процент с продаж. Первым делом надо найти навигационные карты и определить по ним местоположение клада. Звучит прям как квест. Эй, снимать на собственные деньги и так трудно. Это война. Война искусства с коммерцией. Хорошего вкуса с плохим. Нельзя, чтобы выиграли студийные подпевалы. Вперед, пока меня не нашли коллекторы. Летит к чертям. Ремейки, сиквелы, вся эта хрень. Это кинематограф, а не какая-нибудь тупая игра или комикс. Мы же лучше этого. Кстати, пока я жду, может, примешь мой запрос, друзья? Мне нужно еще 10 свекол, чтобы повысить уровень фермы. Счастливо постарали.
больше у меня работы. Да, мне как-то неловко давать чужие вещи. Но это быстро проходит. Паром в никуда. Это наша земля! Может, это мне?
летит к чертям. Ремейки, сиквелы, вся эта хрень. Это кинематограф, а не какая-нибудь тупая игра или комикс. Мы же лучше этого. Кстати, пока я жду, может, примешь мой запрос, друзья? Мне нужно еще 10 свекол, чтобы повысить уровень фирмы. Счастливо постарали. Здорово, я Ред. Это лодка Шарлен. Признаю, что я был пьян в дымину, когда посадил ее на мель. Но кто же был трезв в ту ночь, верно? Ладно, ты поможешь старому морскому волку? Эти крылатые злодеи бомбят мою лодку день и ночь. Защита почти готова. Просто задержи их. Ненадолго. Посылочку?
третьего грибка. Так, держать! Патроны кончились.
эти твари уродливее печенье моей бабочки! Возвращайся в порт! Я приготовил сюрприз этим мерзавцам! Нравится? Настоящая зенитная пушка. Ну, немного потрёпанная. Ладно, пора убивать злодеев. Укажи цель, и я отправлю её в ад. Огонь! По правому борту! Вот они! Секунду, я перезаряжу. Сейчас будет бойня! Готов! Со стороны порта! Спасибо за помощь. Ты прирожденный юнга, знаешь? Я сделаю шарлет безопасный для путешественников. Неуязвимый суши, моря и воздуха. Слушай, у меня к тебе странная просьба. Но только не психуй, лады? Любопытно. Тебе нужно встретиться с будущим мной. Он обосновался в центре города. Я должен знать, все ли оказалось так круто, как я сейчас себе представляю. Thank you.
Ловко. Можно тебя на минуточку? Думаешь, это разумно? На глазах у детей. Я привела тебя, чтобы показать, что здесь делают Катрины. Это важно. Теперь ты знаешь, почему я не стану терпеть придурков, для которых это игра. Ладно, тише, Гуантанамо. Я Эсперанса. Слушай, здесь будет полная жопа. Скоро. Я могу помочь тебе и твоим детям. Но сначала ты проведи меня в штаб-квартиру Фиска. Там ничего нет. Мы проверяли. Все на автоматике. Ни еды, ни лекарств. Мне не нужны еда и лекарства. Значит, ты мне не нужен. Не приближайся к моим детям. Ладно, вот как мы поступим. Я выполню пару твоих поручений, понравлюсь тебе, и ты поможешь мне. Ни за что на свете. Поверь, это сработает. We'll be right back.